Здравствуйте, дорогие телезрители. В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Виктория Шкальная. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Теперь от Минвод до Кисловодска можно добраться почти в два раза быстрее. Открыли движение по трассе от аэропорта до города-курорта. Подробности в сюжете Киры Мартыновой. В Новый год без света жители предгорного округа не останутся. Здесь были проблемы с электричеством, но их уже решили. Подробности в сюжете Германа Кудеярова. Первый капремонт за 40 лет. Пациентам села Красногвардейского долгожданный сюрприз – обновленная поликлиника. Подробности в сюжете Кристины Бородюк. От Минвод до Кисловодска теперь есть возможность добраться меньше, чем за час. Между аэропортом имени Лермонтова и городом-курортом открыли обновленный участок трассы. В церемонии запуска приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор края Владимир Владимиров. Подробности у Киры Мартыновой. Едва ли не впервые открытие дороги в таком формате. Перед мониторами губернатор края Владимир Владимиров, представители Росавтодора и подрядной организации. По ту сторону премьер-министр Михаил Мишустин, коллеги из Краснодарского края и Подмосковья. Одновременно обновленный участок трассы запустили сразу в нескольких территориях. Мишустин поздравил участников с завершением крупных и значимых проектов. Дорога соединяет Минераловодский аэропорт и Кисловодск. Этот участок – один из наиболее загруженных на Северном Кавказе. А к 2033 году интенсивность движения вырастет вдвое. Старая двухполосная дорога не справлялась с нагрузками. Дорогу расширили до 4 полос, 2 в сторону Кисловодска, 2 в обратном направлении. Установили металлическое ограждение, бетонные блоки на разделительной полосе и современное освещение вдоль всей трассы. Также заменили грунт, устроили основания и слои дорожной одежды. На участке теперь 10 новых путепроводов, транспортные связки и сооружения. Здесь применены современные технологии, которые позволяют увеличить срок эксплуатации данной дороги. Дорога приведена в первую Б-категорию, которая полностью оснащена безопасностью, как для водителей, так непосредственно и для пешеходов. Протяженность дороги 46 километров. Реконструкция стартовала в 2020 году. Сдали объект на 2 года раньше заявленного срока. Активное взаимодействие это с МВД, ГИБДД, правительством Ставропольского края, с сетевыми организациями, администрациями поселков и городов, которые находятся на территории прохождения данной федеральной автомобильной дороги А-157, только благодаря тесному взаимодействию и надежной подрядной организации. Новую трассу уже оценили автолюбители. Дорога классная. Спасибо всем. Теперь до Кисловодска без проблем можно доехать. Спасибо огромное. И вообще удобно сейчас. Раньше чуть плохая дорога была, но сейчас очень хорошая. Новая дорога – это будущее как ставропольских, так и курортов соседних республик. Она также выходит на соседнюю республику Карачаево-Черкесию, которая позволит с города-курорта Кисловодска дойти беспрепятственно до таких курортов Карачаево-Черкесии, как Архыз и Домбай. Как результат – рост турпотока и инвестиций в край. Одними из первых проехали по новой трассе Кира Мартынова и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Переходим к информации по коронавирусу. С инфекцией справились 49 ставропольцев. Общее число выздоровевших в регионе превысило 236 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки выявили 58 случаев заражения. Новых летальных исходов не зарегистрировано. Не забывайте о правилах эпидпрофилактики. А в предгорном округе продолжают восстанавливать линии электропередачи. Напомним, на прошлой неделе из-за непогоды там рвались провода и валились опоры. Как следствие, перебои со светом. Без электричества осталось большинство населенных пунктов. Как морозы повлияли на работу и как разрешили ситуацию? К энергетикам съездил и мой коллега Герман Кудеяров. В Новый год электроэнергия больше уходит? Я думаю, что да. Почему?
потому что все смотрят телевизор. Люди дома тоже украшают гирляндами. Это тоже тратит электричество. Люди меньше выходят на улицу из-за того, что на улице холодно, и остаются, смотрят сериалы, там еще что-то. Новогодние праздники – это, пожалуй, самые энергозатратные дни. И посудите сами, как часто и долго мы находимся дома. Кто-то собирается поиграть с друзьями в приставки. Как же обойтись без просмотра старых добрых фильмов? Телевизор тоже работает практически всегда. Ну и свет, он горит и вечером, и ночью. В общем, всю эту энергетическую роскошь могут прервать совсем не роскошные погодные условия. Так и случилось недавно в Предгорном округе. Сильные морозы и ветер сыграли злую шутку. Из-за обледенения проводов жители нескольких населенных пунктов остались без электричества. Два дня, потом дали, потом опять. Ну а что делать? Это как-то зима. Перебои возникали постоянно. За решение проблемы сразу взялись энергетики. Специалисты перешли на круглосуточный режим работы. Энергетики работают в тяжелейшем графике ежедневно и практически без перерыва. Совсем недавно они проверили, на секундочку, 150 тысяч опор, выявили около 50 нарушений, и сейчас эти проблемы устраняют. Пока участок ремонтируют, дома жителей запитали по резервной линии, так что в округе электричество есть. Были завалены линии, опоры все упали, провода натягивали, обрыва много. Тому способствуют деревья, обледенение, на провода рвались провода. Рабочий день, он, как обычно, нормальный, с 8 до 5. Но вот как вот эти погодные условия, бывает и круглосуточно. После стихии в округе над восстановлением электроснабжения трудились 11 местных бригад. Единственный способ борьбы с обледенением проводов – это плавка гололеда. Создается искусственное короткое замыкание. Провода нагреваются и очищаются. Также мы привлекли дополнительные силы и средства из районов, не затронутых стихией, из Александровского, Новоселецкого, Андроповского районов. Порядка 5-6 бригад дополнительно были сюда направлены. Кроме того, направляли дополнительную технику. Скоро восстановят и основную линию электропередачи. А желают жителям Предгорного округа и всего края встретить Новый год ярко и без погодных сюрпризов. Герман Кудияров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. На Ставрополье тем временем продолжают возводить и ремонтировать медучреждения. В Красногвардейском округе завершили капремонт поликлиники при районной больнице. Обновили полы, стены, крышу и фасад здания. А также приспособили поликлинику для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об изменениях расскажет Кристина Бородюк. Звуки ремонта в поликлинике села Красногвардейского – музыка для ушей местных жителей. Потому что медучреждения капитально не ремонтировали уже 40 лет. А в этом году здание обновили. Очень хороший. Ремонт замечательный. Приятно. Приятно побыть. Требовался ремонт. Видно было, что надо было ремонт. А так все сейчас замечательно. По-моему, очень хорошо, потому я работала здесь в больнице и знаю, что тут было страшное. По-моему, очень хорошо. И люди довольны, я слышала, почему и пришла. Помогла в преображении краевая программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Поликлиника рассчитана на 29 тысяч человек. Пациенты со всего округа приезжают в село Красногвардейское, чтобы поправить здоровье. Поликлиника ведет посещение, 500 посещений в смену. Ведут прием все узкие специалисты, врачи-терапевты, врачи общей практики, обслуживание близлежащих населенных пунктов. Узкий специалист у нас есть. Дальше администрация больницы работает по привлечению новых молодых специалистов. Новоиспеченный специалист Василий смело шагает в профессию в современной поликлинике. Отучился по целевому направлению в Ставрополе и вернулся домой. Стало удобней, приятнее глазу. Нравится, можно вообще так сказать. Сложно ли вообще работать? Ну, не скажу, что легко, но, в принципе, нормально. Примерно этого я ожидал. Оборудовали в поликлинике и комнаты отдыха для сотрудников. Каждый этаж поликлиники оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Возле каждого кабинета таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих людей, а на полу противоскользящие участки. Также построили пандус и подъемник для маломобильных людей. Прогулялись по новому медучреждению Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.
Сегодня сложно представить Новый год без ели. Красивой, пушистой и нарядной. Откуда пошла эта традиция и чем украшали наши предки дерево? Расскажем в полезной программе после прогноза погоды. А еще больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. А также мы есть во всех социальных сетях. Далее прогноз погоды с моим коллегой Алексеем Форсиковым. А у меня на этом все. В студии была Виктория Шкальная. Увидимся на своем. Здравствуйте, друзья! Прогноз погоды на четверг, 22 декабря. Ну что, снова тепло. Снова в центральных районах края ясный солнечный день. В Ставрополе плюс 7, это, напоминаю, 22 декабря. Изобильный плюс 7 и даже в минеральных водах плюс 5. Везде без осадков и ветер 3 метра в секунду. Световой день 8 часов 46 минут, магнитное поле спокойное. Курорты Кавминвод также ожидаем хороший ясный день. Над санаториями ясное небо, над теренкурами светит солнце. Отдыхающие млеют на скамейках парков, оказавшись в такой зимней сказке. Пятигорский и Железноводский плюс 4, в Ессентуках и Кисловодске плюс 3. Ветер такой, что ветра почти нет, до 2 метров в секунду. Восток и север края. Прохладно в Нефтекумске и Буденновске, всего плюс 3 днем, без осадков, ветер 2 метра в секунду. Тепло на севере края и Кикаламбур. В Ипатово плюс 6 днем, в Изобильном плюс 5. Малооблачно и тоже без осадков. На сегодня о погоде все. Увидимся.